Всем салам алейкум, всем большой привет с Турции, с города Мерсина. Просто решил сначала себя снять, потому что немного простыл. Ночью заходили мы, вернее, ну как, купались в море, было немного прохладно. Так что у меня сегодня болит горло, голос изменился. Можете подумать, может, это не султан, но это султан. И как всегда мы находимся на прекрасном месте таком. Возле исторического корабля. И самолет здесь есть, я вам обещал самолет снять. Сейчас вот начинаю вот съемку вместе с вами. Смотрите, друзья, вот это исторический корабль. Я не знаю точно, но это что-то с Кибрисом связано. Вот такой вот кораблик. Мы, конечно, у моря. Сейчас я вот камеру устрою. Вот, смотрите, такой хороший вид, красивый. В прошлый раз мы были вон на той стороне, когда на пикник ездили. Сейчас я приближу. Вон там мы гуляли. В этот раз мы посередине уже. Но потихоньку-потихоньку продвигаемся. Вот такая вот небольшая видеосъемочка. Так, с той стороны тоже снять кораблик. Посмотреть. Тут написано, что залазить на него нельзя, опасно, может перевернуться, но это специально, чтобы дети не лазили, поэтому так написали. Вот у него такой вот вид. Крейсер «Аврора», ну конечно не как наш крейсер «Аврора», но тоже ничего, для вида пойдет, потому что на суше он вот здесь вот пишется. Так. 145 на его номер, по-моему. Но что произошло, это 20 числа. В 1974 году что произошло, там произошло. Вот. Вот он, наш крейсер «Аврора». Вот такой вот вид. Может, будет интересно. Но интереснее у меня здесь что? Вот этот вот самолет и та пушка. Сейчас поднимемся, посмотрим. Я вам про самолет говорил как-то, когда в машине ехал. Я его нашел, но я его оттуда видел, с улицы. Ну, со дворов. А пушку не видел. Это тоже что-то историческое поставили здесь. Да, и видок здесь вот такой вот. Вот это мы на берегу. Ну, можно сказать, как мы говорим, на набережной, да, мы. Вот мечеть видна. Туда тоже сходим мы. Посмотрим, что к чему. Вот так. А вот и пушка. Я в Москве когда гулял, конечно, там пушки покруче наши были, кто-то первые. Но это тоже ничего. Ну а самолет вроде. Вид такой у самолета. Вот, красавец стоит. Это хвост самолета. Его вот так поставили, как будто он на воздухе. Даже колеса есть. Так, ну он большой, не маленький. Смотри, лавы. Вот, против солнца я попал. Я с той стороны еще сниму. Наш самолетик. Вот такой боевой состояние, как будто он, как видите, с самого начала туда. Даже ракеты, по-моему, есть у него там. Ну а это вы все знаете, что это, чтобы смотреть. Далекие расстояния. Так, опять люди рыбачат. Вот там вот рыбалочка. Ой, я так люблю рыбалку. Уже соскучился по рыбалке. Вот вид моря. Запах такой, знаете, приятный. Там вот капитарии, люди сидят, отдыхают.
Вот там можно посидеть, попить кофе, чай. Наргиля есть, знаете, что это такое. Так. Такой фонтан. Ну и по набережной сегодня мы погуляем. А в центр города выйдем тогда, когда уже здесь ничего будет снимать. Вот там бежит человек, спортом занимается. Уважаю. Так. Ну, пойдем дальше, ребята.